Погодитеся. Фасад этого будинка символизует шахматную фигуру. Гостиный расчинил свои двери новый палац шахмат и шашек у Минску. И одразу начались интересные спортивные баталии на черно-белых полях. Але припиним на хвилинку шахматный годинник и запросим вас у актовую залу, где отбылася головная подея дня – урочистое открытие палаца. До присутных со словами привитания звернулся старшиня спорткомитета БССР товарищ Сазанович. На святе открытия присутничали другий секретарь ЦК Компартии Беларуси товарищ Барташевич, наместник старшини Совета Министров Республики товарищ Мазай, представники громадскости Минска, гости из інших городов. Символичный ключ от палаца и ключ до будущих спортивных перемог. Ну, а какое свято без сеансов одночасовой гульни? Их дали международные гроссмайстры Виктор Купрейчик и чемпионка света Алена Альтшуль. Магчыма, сярод гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак, хай сёння прайграўшых, ёсць і будучыя чэмпіёны.